ничего у нас не получилось, не смогли мы заказать себе ужин в Макдональдсе. Вот, какой-то уровень английского, непонятно. Мы все, что могли, объяснили. Вот, но счет нам выдали $19. По-российски. И дядя сейчас находился на звонок с колями. Да, и дядя назвался с колями по российским ценам $17, но это приблизительно где-то больше 1000 рублей. А заказать мы хотели кофе и картошку фри, еще чего-то. Кока-колу, кофе, картошку фри. И вот за это $17 нам назначили. В общем, в итоге мы отказались от заказа и ушли. Ничего страшного. Все, продолжаем путешествие. Так, прием из-за задержки. Вылет у нас здесь в Бахрейне. Решили покормить. Вот, что нам предложили. Показываю кофе, бутерброд, шоколадка, да? В принципе, мы очень недовольны, потому что в Макдональдсе у нас не получилось купить кофе. Цену заломили в $18-19. Ну а так вот сейчас мы тут кофеёк этот и попьем. Такие дела.